6 сентября 2020 года. Ютербок. Мы рядом с кладбищем советских воинов, погибших в годы войны. С этого места мы проедем в центр города. Кладбище все то же, все его узнают, а вот местность уже немножко изменилась. А мы можем проехать сейчас, объедем. Мы намереваемся проехать прямо и налево повернем, сразу за воротами там, по той улице пройдем. Мы сейчас проехали по центральной улице буквально, минут 20 назад мы завершили видео. Здесь проедем. Объедем это место, где находится кладбище. Видео и фото самого кладбища у нас довольно много в группе. Материала группы «Алтышлагерь». Вот здесь было какое-то здание. Его уже нет. Там большая парковка сейчас. Машин мало по причине выходного дня. Это больничный комплекс. Тоже не работает сегодня. Нет, не больничная, нет, скорее поликлиника. Да, вот здесь какое-то здание было. Это здание полиции, там вокзал, автобус, автовокзал, извините. Это здание в настоящее время начальная школа. Мы объехали. Я смотрю, у меня завершается аккумулятор, заканчивается в камере. Здесь тоже часть кладбища. Все-таки мы, наверное, остановим видео здесь. Завершим. Заменю аккумулятор. Это будет отдельное видео вокруг кладбища. Это дар городу. Да, завершим и начнем новое видео, сейчас кончится.